Почти 20 тысяч человек с начала апреля приняли участие в уборке дворов и общественных пространств Октябрьского района Самары. В основном местные жители и работники предприятий собирают мусор, оставшийся после зимы прошлогоднюю листву. С удовольствием выходят и учреждения, и промышленные предприятия выходят, находящиеся на территории района. Поэтому отмечаем этот год с наибольшей активностью жителей и всех предприятий, находящихся на территории района. В этот раз уборка идет во дворе дома 48 на Революционной. В процессе участвуют и жильцы соседних домов. Жить в чистоте и красоте всем приятно, поэтому решили и выйти, и поучаствовать. Цветы посадили, благоустроили деревья. У кого были цветочки с дачи, привозили растения и как-то ростки, тоже высаживалось это все. Присоединились к процессу также школьники, молодогвардейцы, молодежный парламент и студенты Самарского государственного технического университета. Я думаю, это почетная миссия благоустроить еще один участок в нашем городе. Ежедневно здесь ходят наши студенты, знакомые, и я думаю, каждому из них будет приятно то, что данный участок станет чище и благоустроенным. Территорию двора в этом году продолжают благоустраивать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мы в прошлом году сделали парковочные карманы, внутридворовые проезды. Теперь в этом году приступим к устройству детских игровых зон, спортивных площадок. Активничают жители, одним словом, проявляют инициативу, хорошие проекты готовят. Напомним, что привести в порядок можно как дворы по заявке жителей, так и общественные пространства путем голосования. В этом году самарцы выбирают территории, которые преобразятся в 2024-м. Оставить свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру до конца мая. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев. События.